Під час одного з бойових виходів російському винищувачу Су-30 усе ж вдається вистежити наших бійців на катерах посеред відкритого моря. Хочу сообщить, что сегодня около 8 утра, значит, вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам Чорноморнефтегаза. Бурових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Друзі, всім привіт! Невероятна операція наших українських спецслужб, ну просто невероятна. Вышки бойко, как они были захвачены, как наши спецназовцы дали бой в открытом море российскому самолету и поразили его. В общем, сейчас история, ну просто Голливуд отдыхает, это невероятно реально. Друзья, итак, начинаем. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте, рядом кнопка палец вверх, есть, шерьте, комментируйте видео, ну тут есть что комментировать. В общем, вышки бойко. Давайте напомним вам, что это такое. Это нефтегазовые платформы для бурения. Буровые платформы, которые в 2011 году тогда Минэнерго, возглавляемая Юрием Бойко, приобрело их там за $400 миллионов, что в два раза дороже их рыночной цены. Ну, вот так вот. Ну и поэтому с тех пор они стали называться вышки бойко. Значит, вообще их название Петр Годованец и Украина. И вот эти две вышки... Они стояли в 100 километрах от материка на Одесском газоносном месторождении в море. В общем, в 2014 году, в марте месяце, их захватили российские десантники псковские. Кстати, те, которые должны были штурмовать Киев в марте 2022 года. Что-то пошло не так. И у тех, кстати, у которых недавно илы горели, тоже там это все рядом, псковская десантура. В 2015 году, в конце, их перебуксировали и перетащили к Крыму. Но не для производственных целей, а стали активно использовать, правильно, как все в России, только для одного, для военных целей. Значит, там установили радиолокационную аппаратуру, чтобы контролировать ситуацию в Черном море, отслеживать все движение кораблей. Там разместили они склады свои, использовали его как вертолетную площадку. Ну, в общем, как угодно в военном отношении их использовали. И в прошлом году Украина нанесла удар по вышкам Бойко, и удар успешный. Тогда горело так, что было видно аж со спутника, и даже Аксенову пришлось, значит, признать, что да, там и потери, и все-таки он рассказывал о каких-то людях на буровых. Ну, какие-то на буровых. Очень смешно про буровую, там одни военные, посмотрите. Хочу сообщить, что сегодня около 8 утра, значит, вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам Чорноморнефтегаза. Значит, я с самого утра на связи с коллегами с Министерством обороны, с Федеральной службой безопасности. Значит, работаем в первую очередь над спасением людей. Было 12 человек, соответственно, на этих буровых платформах. На сегодняшний, вот на эту минуту, подобрано 5 человек, из них трое раненых. Поиски остальных продолжаются, поэтому максимально Министерство обороны, там находятся и патрульные суда наши, и патрульная авиация, максимально обеспечивает час проведения спасательной операции. Поэтому будем держать всех в курсе, соответственно. Пока на эту минуту информация такова. В общем, а теперь ГУР рассказала о просто невероятной операции, которую провели. Просто, друзья, невероятно. Значит, на нескольких лодках, причем в несколько раз, они фактически атаковали и захватили вышки Бойко. Сняли часть радиолокационного российского оборудования, в том числе такая Нева, и увезли ее. Забрали вертолетные боеприпасы, которые они там хранили. Ну, в общем, посмотрите видео, это просто невероятно. В бурових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Шлях до цілі для спецпризначенців особливо небезпечний. У відкритому морі вони практично як на долоні. Від російських літаків та безпілотників тут ніде не сховаєшся. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку. По наше крило! Так, залучалися технічні засоби, ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ, який там підхід, який захід, який взагалі метраж тих є, сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну, і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібне тому.
Ну и дело еще подходили несколько раз, разведывали, потом забирали. В общем, как военный объект фактически вышки Бойко существовать перестали. Ну и вот когда они уходили в один из таких заходов, их выследил российский самолет Су и завязался просто бой в море. Это, ну, надо видеть, есть видео этого, опять же, невероятно, как идет бой между нашими катерами и российским военным самолетом. И наши выходят из него победителем. Самолет получает повреждения и уходит, а наши лодки уходят невредимыми. Посмотрите фрагмент этого боя. Під час одного з бойових виходів російському винищувачу Су-30 усе ж вдається вистежити наших бійців на катерах посеред відкритого моря. Зав'язується бій. Російський літак намагається уразити наші катери гарматним та ракетним вогнем. Наші бійці відкривають вогонь у відповідь з усього наявного озброєння. Врешті російський літак вдається вразити із ПЗРК. Во время боя один из наших спецназовцев выпадает за борт, проводит 14 часов за бортом, и наши, несмотря на то, что, знаете, какая там, ну, там же как там искали их и все, но не бросают своего, вот мы своих накидаем. И находят бойца, вылавливают и его спасают. Друзья, это операция, которая будет в учебниках разбираться, которая будет в разведшколах и школах спецназа изучаться. Это будет то, что история, про которую еще снимут фильм. И это, друзья, происходит на наших с вами глазах, нашими с вами согражданами, нашими героями. Друзья, поделитесь этим видео, это очень серьезно, это будет иметь серьезные последствия, это сама по себе операция и дерзкая, и красивая, и мощная, но это будет иметь и серьезные стратегические последствия. Идет борьба за контроль над Черным морем. Хотя у Украины фактически нет флота, но мы создаем очень большие неприятности России благодаря мужеству и профессионализму наших воинов. И это вот история с вышками Бойко, реально очень серьезный этап в этой борьбе за Черное море. Чорне море ще всміхнеться. Тримаймо стрій.